Сегодня, друзья, на канале «Стройгарант Анапа» презентация нового коттеджного поселка в городе Темрюк. Коттеджный поселок Азовский. Встречайте! Жизнь на юге – это комфортный, теплый климат, свежие и экологически чистые овощи, фрукты и, конечно же, море, до которого можно добраться на машине или общественном транспорте в считанные минуты. Для хорошей жизни не будет лишней и развитая инфраструктура. Всем этим требованиям отвечает город Темрюк. Это один из самых прекрасных городов на юге России. Он является административным центром Темрюкского района на территории Краснодарского края и расположен в западной части округа. Так как Темрюк – столица района, тут отлично развита инфраструктура. Есть администрация, банки, дом культуры, множество различных торговых центров и магазинов. Два рынка, кинотеатр «Тамань», ЗАГС, центральная районная больница, школа, детские сады, библиотеки, учреждения дополнительного образования, городской парк и стадион. А природные условия местности не оставят равнодушными никого. Имеются в Темрюке и памятные места. Уникальный музей боевой техники под открытым небом «Военная горка», историко-археологический музей. Визитной карточкой райцентра и всего Таманского полуострова являются знаменитые грязевые вулканы, сальзы, очень полезные для здоровья. Их общее количество по району составляет около 40 штук. Именно здесь, прямо на въезде в город, компания «Стройгарант Анапа» начинает строительство коттеджного поселка «Азовский». Коттеджный поселок «Азовский» — это 150 участков с домами от 50 до 145 квадратных метров, выполненных в едином архитектурном стиле. Удобное местоположение поселка и проходящая рядом трасса Краснодар-Темрюк позволят вам быстро добраться до пляжей Азовского моря и Голубицкой. Это всего 10 километров. А до Черного моря в Анапе – 40. В полутора километрах от коттеджного поселка расположены школа, детский сад, почтовое отделение и различные магазины. Из коммуникаций здесь будет электричество 15 киловатт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Цена на участок с готовым коттеджем в этом замечательном месте начинается от 3,5 миллиона рублей. Коттеджный поселок Азовский. Начать жить на юге проще, чем кажется.